Приветствую вас, Тим. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Дело в том, что мне из вашего сообщения кажется две вещи. Первое. То, что вы сами по себе достаточно чувствительный, тревожный молодой человек. Вот, несколько неуверенный в себе, несколько романтичный, вот, несколько мнительный, несколько тревожный, впечатлительный. Вот. То есть, вероятно, здесь есть некая отдаленность с отцом. Либо отец вам неявно выражен. И вы больше тяготеете к матери. Могу ошибаться, но здесь мне видится так. И подобная составляющая вашей личности, конечно, позволяет достаточно хорошо дружить с девушками, да, достаточно хорошо находить общий язык, вы хорошо чувствуете девушку, вы способны благодаря своей интуитивности, благодаря развитой интуиции вы способны предугадывать, может быть, даже желание девушки, чувствовать эти самые желания и так далее. Вот. Но обратной стороной является именно вот то, что вы не уверены и боитесь, что она вам откажет. Потому что вы её любите, ну, влюблены в неё. Понимаете, Тим, вы не пишете здесь, первая это у вас любовь или нет. Предполагаю, что нет. Предполагаю, что это не первая любовь. Предполагаю, что это вторая или третья. Первая влюбленность у вас была раньше. Вот. Влюбленность сама по себе, вот именно чувство влюбленности, это не любовь. И это скорее страсть, это скорее что-то связанное с желаниями, но не любовь. А вам нужно посмотреть, откуда возникает страх отказа у вас. Страх быть брошенным. Это первое. Второе. У меня есть довольно серьезное ощущение, довольно такое сильное ощущение, что вы ведете себя как друг с девушкой. То есть вы не проявляете себя как мужчина. То есть да, вы учите ее каким-то вещам, вы проводите с ней время, вы делаете ее счастливой, это правда, но девушка не видит, что вы, что не видит к себе мужского интереса с вашей стороны. Вы ведете себя с позиции эдакой платонической любви, как мне видится. Ходите за ручку, это все история про платоническую любовь. Мужского интереса здесь нет. К сожалению, мужского интереса здесь нет. И
у девушки может сложиться ощущение, что либо вы боитесь близости, либо вы рассматриваете ее исключительно как подругу, либо очень долго все это развивается, настолько, что там, девушка может не захотеть ждать, да, и начать встречаться с тем, кто более будет расторопен и больше интереса именно как к девушке, как к женщине проявлять к ней. Вот. Там особо не важно будет, если между ней и кем-то общее что-то, там вот именно будет потребность почувствовать себя женщиной, почувствовать интерес к себе как именно как к женщине. Вот, поэтому мне думается, что о признании в любви сейчас при наличии, вот том, как развиваются ваши отношения, говорить преждевременно. Мне думается, что первое, вам нужно перестать бояться, то есть вам нужно посмотреть, с чем связан страх. Страх, он, как правило, из детства, то есть это вот из вашего прошлого опыта. Вот, боитесь вы сейчас, но корни страха в вашем прошлом опыте находятся в детстве, скорее всего. Вот. Больше доверять себе, потому что неуверенность, которую вы чувствуете, вот, она будет переноситься на девушку, а девушка будет чувствовать ее неуверенность. И в отличие от вас, реагировать на это она будет достаточно болезненно, более болезненно, чем вы. Потому что мне есть ощущение, что она тоже чем-то похожа на вас, она тоже такая вот тревожная, мнительная немного. Вот, может быть, меньше, чем вы, но тоже. И это свойственно. Вот. Соответственно, ваша неуверенность придет к ссорам. А если вы признаетесь ей в любви, она ответит вам взаимностью, вы станете парой, то вам придется взять ответственность больше, чем вы несете сейчас. С учетом вашей неуверенности это будет сложно, может привести к ссорам, особенно учитывая ваш возраст. Особенно учитывая то, что вы достаточно молоды. Вот. Поэтому вам нужно поработать со страхами, вам нужно научиться доверять себе, точнее посмотреть, что стоит на пути к тому, чтобы доверять себе, почему вы не считаете возможным себе доверять. Как происходит обесценка того, что вам важно. Разгрузить немножко вашу влюбленность к девушке в контексте ваших собственных желаний. Они не могут быть связаны с человеком другим. Вот. Ну и функционально это больше говорить не про любовь, а больше проявлять именно мужской интерес к ней, чтобы посмотреть на то, а вообще как вы вот как мужчина и женщина взаимодействуете. То есть как друзья вы взаимодействуете супер, это прекрасно. Вот как значит, ну вот скажем так, единомышленники, да, как там представители каких-то интересов, вы взаимодействуете супер. Вот. Но этого мало. То есть понятно, что гендерное взаимодействие тоже нужно. Вот. В большинстве случаев люди как раз таки на первый план выносят именно гендерное взаимодействие. По крайней мере, в моем опыте. Но в вашем случае все не так, это здорово. Все не так, вы молодец, у вас достаточно разнообразные отношения, хороший
фундамент, но гендерные отношения забывать тоже нельзя. Вы их забывают. Вот. Поэтому проявить мужской интерес, может быть даже сексуальный интерес. Вот. Значит, там, может быть, где-то как-то больше комплиментов девушкам сказать. Именно вот не комплиментов таких вот, у тебя красивые глаза и твои волосы там переливаются на солнце, так как будто это второе солнце, да, или что-то такое, нет. А именно вот комплименты связаны непосредственно с тем, что она женщина, дайте девушке почувствовать, что вы интересуетесь ею как женщиной. Дайте почувствовать ей, что она вас привлекает как женщина. Вот. Да, возможно, вначале ее это оттолкнет, возможно, вначале она этого, но напряжется из-за этого, потому что, скорее всего, не ожидает подобного. Или там, наоборот, да, она отнесется к этому с радостью. Вы этого знать не можете, но без мужского интереса ничего не имеет смысла, понимаете? Ну, вы же понимаете, что нельзя. Вы друзья. Вы признаетесь в любви, и хоп, вы сразу пары. Ну, как бы, а как насчет вашей совместимости? А что если есть там какие-то сложности? А что если там, допустим, у вас к ней интерес, допустим, будет, она там будет это отвергать, или там ей вы не будете интересны как мужчина? Тогда и в любви, как бы, какой смысл признаваться? Вот. То есть, с точки зрения психологии, вот существуют такие проблемы. И вам на эти проблемы нужно обратить внимание. Сейчас отношения перегружены переживаниями, с ними не связанными. Это и страх, это и ваши желания какие-то, это и попытка, ну, переделать то, что происходит под себя, да, под свои представления, то есть вы считаете, что вот вам пора становиться парой. Может быть, ревность здесь есть еще, есть ревность, с ревностью отдельно нужно поработать, вот. Ключевой момент заключается в том, конечно, что вы несколько идеализируете. Я боюсь, что вы несколько идеализируете. Вы идеализируете и девушку, вы идеализируете и себя. Тоже. Это проблема. Поэтому вам необходимо отталкиваться от всех моментов. Мне кажется, что когда человек в отношениях чего-то боится, он не может вести себя естественно. Если человек не может вести себя естественно, вот, то мне опять же думается, что и отношения к такому человеку построить достаточно сложно. Вот. Именно по той причине достаточно простой причине, что есть разница между тем, как человеком
все это видится, да, как человек там все это хочет, да, и как есть на самом деле. Вот. Опять же, партнер воспринимает в данном случае партнер воспринимается, ну, больше как такое вот средство, да. То есть, вот, мне опять же из вашего текста показалось, что вы как-то вот, знаете, ну, большей степени ориентированы на, допустим, не на девушку саму, да, а на себя с девушкой. Вот это достаточно, ну, достаточно негативно, как мне кажется, может сказываться на, ну, на вас, да, на ваших отношениях. Вот. Так что вот примерно такой ответ я могу вам дать. Вот. Примерно. То, что я могу вам ответить, исходя из того, что вы написали. То есть есть некоторые у вас личные проблемы, да, есть некоторые проблемы из вашего, грубо говоря, прошлого, вот, которые мешают вам. Есть проблемы, так сказать, функционального плана. Это вот проблемы мужского поведения и так далее. Вот, но все это корректируется. Да, достаточно. Вот. Достаточно легко корректируется, если у вас есть желание это делать. Тогда мы же решите, в какую сторону вам двигаться. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я желаю вам всего доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.